Всем привет! У меня оружие, но знаете, можно сделать так, чтобы он бесконечно стрелял. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. В этом ролике вы увидите много багов и интересных находок. Поехали! Сегодня вы увидите. Я предлагаю в него стрельнуть. Может быть, он очнется? Хотя даже навряд ли, скорее всего. Ну-ка, давайте стрельнем. И... Смотри до конца, что было с бомжом. Всем привет, друзья! С вами я, Игрокодор. Я продолжаю показывать вам баги в Ice Cream 3. Мне написали комментарии, мои подписчики, то, что я могу сделать бесконечное оружие. Бесконечные патроны для оружия... огнемета, можно сказать. Потому что он выглядит как огнемет. Стреляется огнем. Так, открываем эту дверь. Надеюсь, все будет окей. Забрали мы рогаточку. Кидаем ее сюда. Забираем электропушку. Смотрите. Мороженщик у нас тут. Мы его призываем сюда. Вы знали то, что мы можем сразу стрельнуть мороженщика? И сразу пушку как бы вот так сделать, смотрите. И... Ах ты, блин! Не попал, ладно. Короче, мне сказали то, что мне просто нужно было взять с этим, без именно пулик, это оружие, и нажать на рогатку. Вот и все. У нас уже есть 3 заряда. Давайте попробуем сейчас использовать против этого рода, например. Далеко стреляет он, интересно? Эй, у меня же 3 заряда должно быть. Чего? Опа, вот это реально глич. Ну-ка. Издалека смогу стрельнуть? Ух ты! То есть он задевает прям... Издалека можно задеть, да? А интересно, если еще раз нажать... Ага, не работает. Смотрите, до какой степени он далеко стреляет. Вау, окей. Ну, очень далеко. Заберем сейчас... Эй, что за... Че, уже не работает, что ли? Не понял. Все, работает. Это будет непростой выпуск. Я вам покажу... что будет, если мы стрелим в Лиз и в того толстенького мальчика, Чарли? Давайте мы сперва этого стрелим. Ага, Майк вообще не чухает. На самом деле, с огнем он должен был как-то растаять, но не работает. Так, кладем мы сюда рогаточку. Езжаем, получается, в цирк. Сперва проверим на Чарли. На Чарли, но есть еще один персонаж. Вы забыли, наверное, да? Есть персонаж, знаете кто? Wow! Эй, что за... Что происходит? Серьезно? Вау, это что такое? Эта рогаточка, она просто провалилась. Да ладно. Все вроде бы нормально. Берем пушку, заряжаем. Одна пулька есть. Мы выдвигаемся к Чарли Косу. Но для этого нам нужно полностью обойти эти дома. Я не знаю, странно, конечно, сделали проходы, но, наверное, чтобы мы долго проходили игру. Разработчики хитрые! Вы тоже напиши комментарий, вот именно ты. Разработчики хитрые. Ну реально, почему они сделали такой большой переход, чтобы пробраться к этому Чарли? Чтобы мы запутались или что? Ну, я думаю, каждый игрок найдет все равно выход. Стреляем, пробуем! Здорово, чувак, здорово, подожди, я хочу тебя стрельнуть. Ты не против, нет? Нормально все? И давайте стрельнем. Бам! Офигеть! Он вообще не почувствовал. Какая-то фантастика просто. Я предлагаю поехать к Лиз. Лиз находится у нас в лагере, поэтому мы едем туда. Ну подождите, подождите! У нас же есть еще один персонаж, о котором я говорил. Это... Этот бомж-работник в цирке. Я предлагаю в него стрельнуть. Может быть, он очнется? Хотя даже навряд ли, скорее всего. Ну-ка, давайте стрельнем. И... Стреляем! Ничего не произошло! Он просто лежит и все. Ему вообще все равно. Тогда мы идем, заряжаем. И езжаем к Лиз. Я думаю, сейчас будет интересно. Потому что Лиз, ну, более-менее такая живчик, знаете, из всех этих персонажей. Кидаем... Рогаточку нам главное не потерять. Езжаем в лагерь. В лагере находится Лиз.
Не знаю, вы пробовали или не пробовали этот баг? Я думаю, это очень прикольный баг. Даже не баг, а глич можно назвать. Нам нужно садиться и, получается, заряжать свой автомат, так сказать, да, оружие. Так, я уже запутался, куда мне идти. Вот она, наша лис. Давайте, давайте, сейчас проберемся. Стрельнем в нее прям. Это будет интересно выглядеть на самом деле. Вот она, лис. Смотрите. Готовы? И стреляй! В лис не могу стрельнуть. Чего? Смотрите. Ей вообще пофиг. Хотя я не мог стрелять в него, в нее. Вы видели, да? Не мог стрелять, но только в ногу. Это какая-то жесть вообще происходит в этой игре. Подожди, что? Тут дверь? Ага, все понятно. Ну-ка. Фургончик. Ё-моё. Ну реально какая-то дичь, смотрите. Он как будто сейчас взорвется, такое ощущение. О, ты проснулся, держи! Уху! Ё-моё, он не чувствует. Боже, почему эти персонажи не чувствуют? Я не знаю. Где наш рот? И стреляй! Я предлагаю в рыбок стрельнуть. М? Как вам такая идея? Это будет что-то новенькое. Ну-ка. Давайте мы заберемся сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, мы сейчас умрем, если мы стрельнем прямо внутри с водой, да? Но в рыбку прям попасть можно, в принципе. Я забыл зарядить. Ой, блин. Глупо, Адорчик. По законам физики мы должны. Мы должны прикончить самого себя. Ну, можно попробовать потом. Так. Смотрите, рыбка у нас просто плывет. Но текстура-то осталась. Это какая-то фантастика, серьезно. Давайте поедем теперь к крокодилу. У меня есть идея. Посмотрим, будет ли он работать вообще. Крокодил. Говорят то, что крокодил он засыпает, но... Это маловероятно. Я что-то не верю даже. Если это так, то это просто жесть какая-то. Крокодильчик. Hello. Смотрите. Смотри, 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 смотри. Стреляй! Вау! Вау! Крокодильчик просто уснул. Ха-ха-ха! Капец, это круто выглядит. И мы можем ходить по крокодилу. И сколько, интересно, насколько он уснул? Ну-ка. Вау. Можем делать баги с ним тут. Это просто какая-то фигня. Ну-ка. Пока рот спит, я предлагаю в него стрельнуть. Стреляем. Ой-ой-ой-ой. Не попал. На! Чё это было? Рот. С тобой все окей? А, и окей? Чувак, давай я тебя как-то засуну в люк. Ты же не против? Так, люк, открой. Открывай люк. Хопа, засовываем его в люк. Будет ли какой-то баг, интересно? Йоу! Чё? Что за жесть происходит? Рот, ты давай! Чё? Это какая-то дичь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите. Офигеть. Рот у нас просто... Рот. А ну-ка. Надо было его закрыть. Если он проснется, что будет? Закрывай. Люк, закрывай. Да ёшкин кот. Сейчас же он проснется. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы он в люке проснулся. На! Ё-моё. Его оттолкнуло. Невероятно. Давайте еще раз попробуем. Так, у нас крокодильчик проснулся? Нет, крокодил навсегда уснул, серьезно? А интересно, тут сработает и все сюда стрельну? Эта вода не работает. Вот это да. Интересно, какая? Получается, только там вода работает? В торговом центре. Ну-ка, пробуем. Нам нужно встать просто в воду и посмотреть. Будет ли это работать? Беги. Встали. Я опять забыл зарядить. Ну, Адорчик, ну сколько можно? Адорчик, проснись. Ну, конечно. Уже два ролика в день снимать, это вам не хухры-мухры, понимаете? Это сложновастенько, ну ничего. Я хоть даже забываю, но главное, я вам показываю контент. Стреляй!
Жесть какая-то! Чё это было? Вау! Неужто ли крокодил проснулся? Чё? Вау! Какого? Что с ним не так? Йоу, чел! Успокойся! Я его забаговал? Офигеть! Он всю жизнь будет ходить за мной? Так. А, help! Блин, ну псих, ты слушай. Я хочу его закрыть в холодильнике. Мне еще писали, можно тоже закрыть его. Так, где он? Лянь идет, лянь идет. О. Уху! Тихо. Это было круто, но очень опасно. Вот это да. Крокодильчик бегал за мной, как бешеный, просто псих. Ну-ка. Крокодильчик, успокойся. Все, ты теперь властен ко мне. Все, будешь делать то, что я говорю, понял? И то, что я делаю. Так, давай. Сюда двигай. Двигай своим задом. Закрой! О! Чё с ним не так было только что? Чувак? А! Блин, не смог. Короче, вот такие вот баги. В принципе, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Все! На этом все. Пишите комментарии, свои баги, свои новые гличи. Буду проверять. Все. Всем удачи, всем спасибо, всем хорошего. Всем пока. Хей, пока.